Привет, друзья! Сегодня попытаемся по вашим многочисленным уже просьбам снять, как мы ходим с женой по магазинам. Хотели на рыночек съездить, но он что-то сегодня не приехал. Но покажем обычный, рядовой, нормальный такой, не богатый, не бедный магазинчик американский. Цены, посмотрите, что мы покупаем. Хотели в воскресенье, думали народу поменьше, но народу вообще пипец сегодня. Так что смотрим, наслаждаемся. Сколько сейчас в России? В России сейчас не поздно, часов 8, 9, 7, в зависимости от часового пояса. Как так, сейчас возьмем тележечку. Вот давай. Здесь мне нравится такая штучка. Берешь. И протираешь. Протираем тележечку. Не знаем, кто за что держался руками до этого. Поэтому... Или не руками. Да. Не дай бог. Поэтому хочется быть в чистоте. И двигаемся. Что, пройдем туда, как обычно, начнем? Да, да. Чтобы удобно было. Это такой небольшой Publix в районе, где мы живем. Нам очень нравится, здесь обычно все друг друга знают уже, и продавцы, и покупатели друг друга. Из-за того, что снимаем прямой эфир, придется покупать только полезные продукты. На самом деле мы с женой тоже воспринимаем критику, поняли, что мы жердяи, и сели на диету. Может быть, скоро покажем вам, какие мы все красавцы, подтянутые. Ну что, вино? Винца. Кстати, вот целая полка здесь на заправках. Что интересно, везде в Америке можно купить и протеины, и готовые уже жидкие, разведенные и в порошке, и в батончике. Какие хочешь. Можешь поближе показать целую эту. Батончики протеиновые. Да, причем не только под фирм Спортфита. Сейчас очень многие выпускают различные полезные продукты с минимальным содержанием сахара. Веган для вегетарианцев. Для вегетарианцев, да. Квест для протеин. Даже. Вот такой целый стенд. Ну, поехали дальше. Здесь аптека, вот эта вот аптека. Да, отдельная. Угу. Вот кто хочет арбузик круглый год, правда, не всегда сезон, не всегда сладко, но всегда есть. Мы такой не берем, мы берем целый арбуз, потому что нарезанный гораздо дороже. Еще мы любим такое, но не берем его. Такие соки, они здесь без сахара продаются, сами по себе сладкие. Naked хорошая фирма, да? Да, но... Но мы редко соки покупаем. Нам сыр нужен? Нет, у нас есть сыр. Вот. Да? Ну покажи, какие здесь есть. Вот здесь цена. В основном нарезанные сыры. Ну это удобно. 2 за 6. Да. Нарезанное. $6 за 2 упаковочки. Угу. Есть палочками. Видимо, к пиву. Да. Но есть и цельные сыры. Они плавленые. В другом месте. Угу. Есть мы вообще... такой берем. Pepper Jack. А для пиццу, когда мы делаем полезную пиццу, покажи, вот есть уже такой прям нарубленный сырок. На мясорубке, да, не, можно не сказать. Не надо... Нет, это натертый, да. На хренорезки. Такие вот интересные различные штуки, причем от самого магазина, где мы находимся. Тоже такой сыр, как брынза, можно сказать. Творог. Творог здесь, мы тоже творог иногда берем. Отличается, но мы творог берем в русском магазине. Это Коташ Чиз. Не-не, в русском магазине мы обычно берем творог. Обычный редко русский. Редко очень берем американский. Здесь такого нет, обычного русского. Он все равно похож на наш. С
Сметану хотела взять. Йогурты хорошие здесь, а сметана... Или не будем брать сметану? Ну, я не знаю, для чего. Не будем. Ну, ладно, не возьмем. Яйца нужны? Это масло, выпечки всякого. Мы это не берем, поэтому вам не показываем. Да-да-да. Ну, показываем. Яйца нужны? Так, яйца мы берем вот эти, обычные паблексовские, да-да. Вообще яйца стараемся брать, конечно, в фермерском. Но надо ездить. Но там... эти тоже неплохие. Мы вам как-нибудь покажем. Здесь яйца вкуснее, мы заметили. В фермерском. Я имею в виду, чем в России. Чем в России. Ну, кормят немножечко другим. А это? Смотри. We do it for my Russian YouTube channel. Okay. Only not people only products. Don't worry. Вот такая штука. 30 mm-hmm. яиц. Mm-hmm. Стоит. Сколько стоит? А где цена? А ты ну, а, 5. Не-не-не. Ну нету цены, но около $5. Около $5? Mm-hmm. Да. Беспокоиться, не снимаем ли мы людей. Мы не снимаем людей, только себя, мы не люди. Так, есть кефир, но кефир мы тоже редко берем. Да, но это не такой кефир, это все-таки не кефир, кефир немножко другой у них. И... вот он кефир, вот такой мы брали, баттермилк. Да, но это все равно, по-моему, не кефир. Ну, как бы... молоко мы берем вот такое за $3.70, это тоже пабликсовское, с низким содержанием жира, но не обезжиренное. Угу. Обезжиренное не стоит брать. Стоит оно $3.70 за галлон. О, за 5 галлонов. Ой, я не знаю, сколько здесь галлонов-то. 5 галлонов обычно. Не знаю. Обычная штука. Да. 5 галлонов. Здесь сосиски, мы это тоже не берем никогда. Ну и надо сказать, отвратительные у них колбасы, сосиски. Соленое все такое, мы не берем. Ну и на мыло похоже. Mm-hmm. Вкус очень-очень странный. Вот фастфудное покажи там. Фастфуд мы еще тоже не берем. Иногда такое. Курицу на гриле берем. Мы берем хумус. Хумус я этот вот из нута. Иногда берем макать. Можешь взять, я съел уже одну. Да? А какую? Вот острее можешь давай взять? Давай острую, да. Перец острый, реально значит... острый этот, обжигающий. Mm-hmm. Тут тоже колбасы разные. Сейчас мы приближаемся к самому моему любимому, к мясному. Но по пути вот такие лепешки, дрожжевые, бездрожжевые. Вот мы иногда берем пиццу, делаем вот это да, тесто. Юля делает шикарную пиццу из курицы. Два краста таких болгарского стоит $5. Перца. И мы не используем там ничего. А возьми, мы сделаем лишнего. Пиццу с куриной грудкой. Ну, мы делаем. Покажем. Ну, действительно, да. Полезный продукт получается. А вот здесь отдел с дорогими сырами. Твердые, дорогие сыры. Не, и мягкие тоже. Ну, дорогие тоже. Относительно. Ну да. Вот. Очень быстро, наверное, показываем, люди не успеют курить и понять, что. В Америке фарш – это фарш. Реально. От турки вот можно взять, кстати, сделать. Очень хорошая вещь нам пригодится. Турки. Мясной, без добавления туалетной бумаги. Я смотрю, сколько паунд. Вот такой вот стоит $10. Но он реально тяжелый. Есть много. Давай возьмем, есть много, попробуем. Да. Все мои ученики, кто живет в Америке, вот, пользуются таким фаршем именно от турки. Угу. Турки, подожди, индейка. Индейка, да. Да, да, да. А вот мясо. Мясо мы любим. Здесь мясо говядина. Здесь говядина любая. Шикарнейшая. Не, ну свинина тоже есть, и баранина есть. Да, да, я имею в виду. Но чаще много всего говядины. Мы едим. Вот, к примеру, смотрите, шикарный. Для стейков. Ну, смотри, дорого. 4,59 всего. Вот это недорого, да. Это вообще даром. Представляете, шикарный кусок угу. такой. Просто. Стоит... 4,59 это паунд, да, а паунд это полкило. Ну вот просто, пол чтобы кило. Вы понимали, вот за эту вот всю меньше $10. Да, 10.
Угу. Есть гораздо дороже. Вот есть с 12, вот этот вот стейк. Это просто разные вырезки с разных частей говядины. Вот где-то здесь баранина. Это тоже, стейк. Тоже говядина. Все для стейков. А вот баранина, покажи. Баранина, причем из ягнятины. Смотрите, хорошая. Полкило 6,49. И почти. Причем хорошие очень кусочки. Угу. Что, может, возьмем? Давно не ели баранину. Ну, мы вот такое больше берем. Кстати, вот эти, они подороже. Да. Видишь, они 11, а это вот стоит 6. Здесь кости ты даже нету. Ты называешь все за паунд, люди не поймут. Вот этот кусочек стоит 4,80. Этот кусочек, эти кусочки маленькие стоят, ага, 7,35. Да. Возьмем, съедим. Полкило стоит 6-7 долларов. Курицы очень много разных. А так мы курицу тоже возьмем. Сори. Курицу мы тоже возьмем. Это свинина. Кому вот интересно, здесь вот такая свинина. Свинину мы очень редко берем, особенно в последнее время. Да. Мы как-то больше говядину, она здесь вкусная. Отвыкли мы уже от свинины. Угу. И я люблю вообще курицу больше всего. Вот курица, грудки. Хотите. Вот, к примеру, смотрите, такой набор грудок. О, слушай, 2 доллара всего, да, за паунд. Полкило. Без кожи, мало жира. Без кости. Угу. Вот это вот целая штука, она давай здесь ее возьмем. Прилично. Угу. И стоит она меньше 10 долларов. Да, давай. Нам надолго. Да. А еще мы берем курицу, а ее здесь нет. Она, да, но она такая меньше. Вот. Сейчас я вернусь. Какую мы берем маленькую курицу. Вот. Вот она. Вот эта вот курица. Маленькая. Паунд стоит $1.89. Это вся 5 долларов стоит. Она выращивается без клетки, без гормонов. Бегает в поле. Да. Конечно, в загоне, но не сидит в клетке, как многие другие. Ну, а здесь начинаются, вот, покажи, ананасики, круглый год, корнеплоды, бананы. Какие-то непонятные, вот до сих пор не знаем. Все, что хотите, здесь во Флориде у нас круглый год. Но, естественно, тоже есть сезонность, когда это более вкусно, когда нет. Покажи вот салаты. Да, сейчас. Яблоки мы определенные тоже берем, не все. Некоторые здесь, естественно, безвкусные. Салаты? Готовые уже. Мы в основном, конечно, берем брокколи. Угу. Полюбили сейчас ее, но не варим. Салаты уже нарезанные. Да, очень удобно все здесь, конечно, сделано. Покажи, вот, к примеру... Вот даже нарезка какая цена. Есть. Просто нарезанный лук. Вот салат, да. Нарезанный лук, чеснок, что хотите. Перец, помидор. Ну, это совсем для ленивых. Даже картошка, да, всякая, вот, даже sweet potato. Сладкая картошка. Цены, я думаю, вам видно, да, друзья? Ну, так, конечно, не дешево, но вот, например, одну за 4 берешь, вторая бесплатно. Но это большие, это не на один раз. Mm-hmm. Смотря, конечно, какая у вас семья. Вот это различные приправы. Соусы. Приправы. Соусы, да. Стараемся их заправки не брать. Кстати, возьми болгарского перца, я очень люблю. Смотри, что за перец. Не-не, это не этот, не надо. Нет, нет. Вот перец болгарский. Конечно, есть магазины, где вот это все дешевле, но нам удобнее ходить сюда. У нас есть брокколи сейчас дома, да? Да, а возьми, пожалуйста, перца. Правда, что перчик, пару штучек, может. Вот. Ага. Зелень. А, вот такую мы взяли, это как стручки аспарагус с мясом жарить. Сразу же здесь тебе пакетики, за которые платить не надо. Сорвал вот так, раз, и положил. Тут же тебе дынки всякие, огурцы, помидоры, все это регулярно. Цукини. Видите такие штучки? Здесь это регулярно опрыскивается водой. Но не водой, а... Красой скорее, как пар получается такой. Угу. Проросшие, чего-то там проросшие, да? Смотри. Угу. Что такое? Да. Мы это... Или вот, например. Говорят, это вкусное. Полезное, невкусное. Вообще проросшие считаются очень полезными.
Грибы, вот видите, различные. Морковку мы любим, такую мелкую, вот берем нарезанную. Морковка уже. Здесь обычно вот такую берем, такую. Она нарезанная, ее уже можно есть. Не, очищенная маленькая. Покажи вот мельком лук, почем картошка. Сладкий лук. Все за паунд. Паунд это примерно полкило. Да, $1.50 за полкило. Различный лук. Авокадо. Авокадо, всем рекомендую, это вообще шикарная вещь. Особенно для вегетарианцев это обязательно. Аминокислотный состав здесь просто приближенный к мясу. Вы обязаны это кушать. Но он у нас есть. Три авокадо за $5. Угу. Вот есть другой сорт авокадо. 2 за $6. А вот здесь у нас все-таки клубника. В оранжевом. Кстати, живем. Какие хочешь, апельсины, мандарины. Я круглый год ем мандарины. Круглый год. Жена вот туда соврать. После еды я всегда съедаю один мандаринчик. А если переел, что стараюсь не допускать, то ем киви. Киви это лучшее средство, чем фистал, мизим. Поэтому настоятельно всем рекомендую. Сделаю об этом отдельное видео. Вот они соки. Но мы их не берем. Соки, да, не берем. Вот мой любимый холодильник с мороженым. Я обожаю мороженое, но давно уже его не ел. Люблю простое мороженое, самое по типу пломбира. Ну, не будем брать. Не будем, конечно. Ну, а в этот мы вообще не заходим. Можем показать вам да. Просто. Покажи отдел сладостей. Хлеб прямо здесь пекут. Тоже хлеб, конечно, не дешевый, тоже здесь в Пабликсе. $3, например, такой стоит. Вот. Такой багет маленький. Почти $2. Так, что еще тут у нас есть? Выпечка. Торты. Тортик. $20. Торты в основном все сладкие. Вот чизкейки мы иногда берем еще такие. $10 чизкейк. Ну, а вот эту химию мы вообще избегаем. Да-да. Сейчас мы пойдем к кассе. На кассе снимать не будем. Вот посмотрите, что мы купили. Яйца, фарш, курица, баранина, говядина, болгарский перец. Цельная курица, это грудки, специальные коржи для пиццы, молочко. Яйца. Яйца, я сказал, и хумус. Сейчас мы оплатим, и после того, как пройдем кассу, еще включимся, скажу вам, сколько это все стоит. На то, чтобы оплатить все в кассе, у нас получилось почти на $61, чуть меньше. Так что выложу это все, естественно, чуть позже на YouTube-канале. Если вам интересно, если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, друзья, писать их в комментариях, что нравится, что не нравится, какие выпуски еще бы вы хотели видеть на нашем канале. Так что спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы. Ничего не делаю я.